В Казанском университете стартовал форум, посвященный низкотемпературной плазме. В рамках этого форума прошла всероссийская конференция «Физика низкотемпературной плазмы», которая во второй раз проводится в Казанском федеральном университете. Конференция является одним из основных научных форумов России по низкотемпературной плазме и собирает ведущих ученых страны, а также государств ближнего и дальнего зарубежья. Исследования, обсуждаемые на конференции, публикуются в ведущих международных журналах и находят безусловный отклик и признание мировой академической среды. Это направление является перспективным и позволяет развивать физическую науку. Применение фундаментальных исследований, которые есть в технике, в технологиях, это как раз уже задача инженерного института, и мы координируем эту работу по всему университету. Также в рамках форума состоится 12-я международная научно-техническая конференция «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных покрытий» и международная научная школа молодых ученых «Плазменные технологии в исследовании и производстве новых материалов». Молодежная школа, которая позволяет нам уже создавать команды для развития и внедрения это в рамках вот программа «Умник», фонд «Бортника», известный, так сказать, фонд поддержки малого предпринимательства. То есть здесь уже и инновационная составляющая. На конференции будут рассмотрены наиболее значимые результаты, достигнутые за последние годы в области исследования и применения низкотемпературной плазмы. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Булат Садыков, Универньюз.